Привет, народ! Приветствую вас на канале Юсом Эльвен. Из жаркой-жаркой сегодня, офигенно жаркой Флориды, город Нейплс. И мы с вами в самом американском салоне, который только можно представить. Салон Jeep, Chrysler, Ram, Dodge. В общем, все американские американцы. Что я здесь делаю, ребята? Я загонял на ТО свой Jeep Wrangler. Rubicon 4xe гибрид. Загонял первое ТО у него было на 7000. Вообще они сказали, что да, надо было делать на 5, но в общем 2000 я случайно переездил. Но я думаю, что не особо большой кризис. $124 стоило ТО мне. Замена масла, фильтров. Короче говоря, вот такой там tire rotation. Это они меняют колеса. Народная американская забава, все время здесь это делают. Как правило, это бесплатные опции, но в целом. Ну и мы заодно с вами посмотрим на самые американские тачки и цены. Сегодня посмотрю, что есть в выпуске, но точно скажу, что вот на заднем плане стоят Grand Wagoneer. И зайду вовнутрь, посмотрю, есть ли там TRX. В общем, все, что есть, все покажу. Не очень мне нравится здесь снимать в этом автосалоне, бывает редко. Просто задаю вопрос, почему некоторые салоны не показаны, например, там Porsche и так далее. Потому что, ребята, не везде есть цены. И, соответственно, ходить там в интернете, лазить, то есть не всегда удобно. Поэтому я стараюсь те автосалоны, которые показывают цены. Ну что ж, отправляемся с вами смотреть на машинки и цены, все как всегда. Да, кстати, ребята, я установил на этот автомобиль себе фаркоп. Теперь я смогу джетски на нем тоже таскать, когда у меня в аренде. Вот у меня фаркоп. И там мне поставили очень пошло, поставили электрику. Вот так они просто привязали провод, короче, пошлятина. Я потом подумаю, как это сделать получше, чтобы это не так пошло выглядело. В принципе, ну не кризис, конечно, все равно там, когда подключаешь, это все дело висит. Так, ну tire rotation сделали точно, потому что это колесо, вот то колесо стояло спереди. Не обманули фашисты. Ну что ж, что у нас здесь по ценам? Сейчас я посмотрю, есть ли. Ну тут по обыкновению у них нет цен, у них только тут сказано, что вот это, короче говоря, видите, это такой разводняк, это $2500 надо заплатить за все возможные допы. Это так называемый adjustment market на бэушные, adjustment market на бэушные автомобили. А цены сделаны вот таким вот образом, чтобы просто надо навести и на сайте посмотреть. Ну, ребят, я сейчас не буду. Мы с вами сейчас посмотрим на новые машинки. Я вам покажу, что и как по новым автомобилькам. У меня подмывает. Просто дело в том, что подмывает меня поменяться на что-нибудь. Рубикон мне очень-очень нравится. Особенно то, что он гибридный, и то, что он 25 миль едет на электрике. В принципе, по городу, туда-сюда, по магазинам и так далее, по своим делам я могу спокойно ездить без бензина, а просто на одной зарядке. И, в принципе, я так делаю. То есть у меня по 2 недели я вообще не заправляюсь. Но, тем не менее, иногда меня подмывает что-нибудь поменять в своей жизни. Я делаю это часто. Я вот думаю, может быть, мне какой-нибудь, ну, Grand Wagoneer я не потяну, а вагонирчик обыкновенный можно поменять. Или точно можно поменять на Cherokee, который Grand Cherokee L. Ну ладно, посмотрим. Пока что нет. Пока что это так я. Мысли вслух, не более того. В общем, это все поле бэушки. Кстати, Mazda сейчас посмотрю, если есть CX-50. Покажу, потому что на дорогах очень стал часто. У соседа увидел CX-50, он себе купил. В общем, покажу, что есть. Сейчас посмотрим, что из новых машин еще есть, какие ценники. Ну вот, ребята, можем посмотреть с вами, сколько сейчас стоит новый джип. Это Сахара, это более простая версия, точнее сказать, я бы сказал, более городская версия. Сколько стоит новая? Ну, давайте с вами посмотрим, что вот этот вот красненький, совершенно симпатичный джип и версия Сахара. От Рубикона моего отличается внедорожными опциями. То есть Рубикон — это почти топовая версия по бездорожью, не считая
как он там, 392 или 382, помните, да? А это вот Сахара Jeep Wrangler Unlimited, и у него стоят тоже светодиодная оптика передняя, у него торпеда зашита кожей, какая же цена у этого автомобиля, но это обыкновенный бензин. А это вот, видите, вот оптика совсем простая стоит. Самая стоковая, вон прям без ничего, без ничего. Это тоже Сахара, но в очень простой комплектации, на тряпке. То есть там нет кожи, еще и крыша софт, мягкая. Но тоже классно выглядит, в принципе. Такой версии вполне хватает для городского цикла. Здесь у нас с вами такая же рыжая кожа, вот мы видим, как у меня. Только это не Фобай, и это Сахара обыкновенная. Ну и что, и какая цена у этого автомобиля, у нового? 59 777. Ну, в принципе, что, как говорится, и следовало ожидать. То есть вот это вот 22-й год, и это Сахара бензиновая обыкновенная. Ну, как вы видите, 59 777, плюс налог, плюс оформление номера. Итого плюс 15% примерно. Прибавляйте сюда смело. Вот это будет цена этого автомобиля. Хорошая комплектация. Единственное, не вижу зимнего пакета. У меня еще стоит зимний пакет. Но Фобаи будет дороже. Фобаи сейчас вообще нету. А когда они есть, они стоят что-то в районе там 65 с копейками. Так, а вот Сахара тоже попроще. Давайте посмотрим, что у нас здесь. Что могу сказать, как человек, который эксплуатирует автомобиль. В общем, ребята, только если вы живете во Флориде, ну или там где-то так в деревне, где вам особо не надо. По трассе едет ужасно. 56 700, 22-й модельный ряд, двухлитровый двигатель стоит, версия Unlimited Sahara. Рубикон стоит будет тысяч на 5-7 дороже еще. Ну, Рубикона, кстати, я здесь и не вижу что-то вообще. Так, сейчас там с той стороны еще пойдем посмотрим, что есть. И вот это вот самая простая версия. Белая, даже видите, даже у нее нету лючка здесь бензобака. Стоит почему-то на липучке. Не знаю, зачем, у нас зимы же не бывает во Флориде. То есть это вот самая-самая-самая простая версия. Jeep Wrangler Unlimited, даже не Сахара как раз-таки. А нету, к сожалению... Блин, нету цены у него. Бесценная машина оказалась. К сожалению. А, нет, подождите, вот есть цена. Есть цена. Сейчас мы с вами попробуем посмотреть. Вот так вот. 45 800, что ли. Ну, плюс еще 2,5 до 200. 48 тысяч за абсолютно пустую машину. Короче, это очень много и очень дорого. Ну, ладно. Красавчики мои. Очень красивый автомобиль. Своеобразный, я согласен, я спорить не буду. О вкусах тут не спорят. Насколько, как бы, супер-пупер, это классный дизайн. Но, вы знаете, очень-очень достойный конкурент, допустим, тому же самому Cadillac Escalade. Смотрите, это баклажан цвет, от нуля до чайханы 6 секунд. А у него есть здесь и супер-пупер акустика, и проекция, все зашито кожей, рожей. Это 22-й год, 30 миль. Для чего, ребята, такие машины? Некоторые спрашивают, почему такие машины вот с пробегом 30 миль, 100 миль? Там, это, ребята, автосалоны шельмуют. Они по договоренности с заводом не могут продавать с маржинальностью больше, там, чем определенный процент. Что они делают? Они эти машины выкупают на дочернюю компанию. Видите, вот это все машины стоят теперь бэушные. Они еще только недавно стояли новые. И там уже наценка любая может быть. То есть бэушная машина может продаваться с любой наценкой. Вот Grand Wagoneer... Так, сейчас посмотрим. Вот это, похоже, новый. Я сейчас прям, вы знаете, не поленюсь и зайду на сайт и посмотрю, сколько стоит. Вот это вот, допустим, у нас, по-моему, новый. Есть у него цена. Очень красивый салон. Нет, цены тоже почему-то убирают. Цены, в общем,
Ребят, из-за того, что по-прежнему дефицит машин, салоны делают тебе сверхприбыль. Ну, как везде, вы что думаете, в Америке по-другому? Вообще, некоторые говорят, а вот в нашей стране, ребят, в вашей стране многие вещи берутся отсюда, в том числе и всякие схемы. Так вот, смотрите, вот три вагонира, я сейчас посмотрю, какая цена на эту бэушку, потому что недавно мы с вами еще смотрели видео, я показывал, там под музыку было видео, где можно было посмотреть, сколько стоит он новый. Вот посмотрите, найдите тот ролик и посмотрите, сколько он стоил новый. Давайте я сейчас вам скажу, сколько стоит, например, вот этот вот, 20 миль всего, 22-й год, и он БУ. 20, то есть, ну, давайте глянем, короче говоря, что все как есть, сейчас все с вами посмотрим. Такой вот красивенький автомобильчик, сейчас смотрим цену. Ребят, загуглил, в общем, ну, в смысле, не загуглил, а зашел на сайт через скан, $94 000. $94 000 стоит этот замечательный автомобиль. Ну, не знаю. То есть, просто я вам так скажу, что, в принципе, в районе 80 можно было купить его под заказ на сайте. Ну, а вот они еще там в районе 94-95 вот так поставили. То есть, не стали лепить adjustment market, а просто сделали его как бы ушный. И еще ушли отчасти обязательства по гарантии, которые давали бесплатно бы, а так они, короче, вам их теперь платно, потому что машина у вас якобы немножечко БУ. То есть отдельно допродадут то, что должны были дать, они допродадут вам. Ну, то есть свои фишки не все, не всегда так делают, но некоторые и так делают. Те, кто наглеет. Так. Кстати, обратите внимание, Cherokee L нет вообще. То стояло их несколько штук, то нет вообще. Так. Доджи. Ну, я вам давайте там покажу чуть-чуть. Значит, 49 тысяч, 50 тысяч стоит. Продают новые, потому что, видимо, видите, есть еще. Смотрите, 35 он стоил в базовый прайс. А они тут, в общем, наклейки наклеили, всякую фигню. Вот видите, полоски и так далее. Понадобавляли, в итоге он стал 46. В итоге добавили еще вот эту программу Advantage. И 50 он стал стоить. Ну, 49 500. 23 мили на галлон, здесь у нас с вами 3,6 V6, в США нету налога, и, соответственно, мы с вами видим, что можно купить себе за 50 баксов Hemi Orange Package, он называется, вот такая вот фишка. Вот, Charger GT, тут 8-ступенчатый автомат, и я не вижу, а, нет, вот, 300 лошадиных сил. Вот, ну, опять-таки, мне кажется, это такая фишка для тех, кто прям фанат.